Привет, с вами Precious и мое прохождение с советами самого простого за последнее время 12 этажа. Текущий баф в основном усиливает гео персонажей и при использовании навыка повышает защиту на 60% на 9 секунд. Если у вас есть гео-герои, которые скалируются от защиты, их использование ускорит ваше прохождение, но и без них вы спокойно закроете эту бездну. В первом зале вам нужно будет поочередно победить пира и электро священных зверей. В этом бою ваша главная задача уничтожать кубы, которые будут призывать животные, чтобы нанести им внушительный урон и на некоторое время ослабить. А проще всего это сделать атаками того же элемента, что и зверь, но и другие стихии могут разрушать эти кубы, просто делают это не за один удар. Во второй половине первого зала вам нужно будет победить три пары противников. Первые это вишапы глубин, и сражаясь с ними, старайтесь не попасть под их атаку сферами, чтобы не потерять энергию. Дальше выйдут протогены расщелина, за ними претарианцы. Все эти противники будут использовать гео-щиты, которые вы сможете разбивать этой же стихией, реакцией перегрузкой и тяжелыми атаками. Кроме этого, барьер протогенов вы сможете разрушить атакой с пневмой или усией. Во втором зале вас встретят два метачурла, а после них выйдет пара руинных молотильщиков недалеко от входа. Ваша главная задача в этом бою – это убийство метачурлов примерно в том же месте, где появятся роботы. Благодаря тому, что вы будете находиться под ногами механизмов, в большинстве случаев вы избежите их атаки в рывке, а следовательно они сразу будут стоять кучно и вы сможете атаковать обоих. Бывалый мех встретит вас во второй половине этого зала и сразу будет находиться под своим щитом. Скорость его убийства в основном будет зависеть от того, как быстро вы сможете уничтожать этот барьер. Но кроме геоатак, реакции перегрузка и тяжелых ударов, тут благодаря механике босса вы сможете разрушать щит еще и атаками в падении. You motherfucker, you!
Первые противники последнего зала — это два дракона руин, которых вы сможете застанить атакой по открытому ядру на голове. Но даже без этого, имея средний урон, вы их быстро пройдете. Легат големов — заключительный босс 12 этажа, и как и в случае с другими противниками второй половины, он тоже будет защищен геощитом. Уничтожайте его этой же стихией, перегрузкой и тяжелыми атаками, а дальше избивайте ослабленного и обездвиженного оппонента. Кроме этого, продамажить защиту легата вы сможете, сломав резонатор, который призывает босс. Как и всегда, сборку моих персонажей я оставлю в конце и на неделе выложу прохождение этой бездны четверками. На этом у меня все. Спасибо за просмотр, лайки и подписку. Всем хорошего настроения. Motherfucker, you.